Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». 4 московских вокзала проверяют после сообщений о минировании. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы, ранее сообщалось об угрозе взрывов в адрес Хорошевского и Кунцевского районных судов, торгового центра Европейский и всех станций московского метрополитена. В сообщении отмечается, что эвакуация пассажиров и персонала вокзалов пока не проводится. На этом пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!